Когда теряет равновесие твое сознание усталое, когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба, когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности идей, гипотез, восприятия произведения искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом за давностью покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом до крайности покажутся тебе широкими, покажутся большими, пыльными, усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с убогими ее мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хоть и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице.